В Израиле открылся 7-Eleven. Те, кто были в США, говорят, ну и что, ничего особенного, обычный супермаркет. Я же много о нем слышала, в Америке не была, поэтому идемте смотреть. На входе меня ждали булочки, вроде бы как в обычном магазине, но не тут-то было. Дальше кучу автоматов, кола, смузи, мороженое, и все это ты готовишь себе сам. Даже можно сделать кофе. Я не поняла, нужно платить в начале или в конце, поэтому спросила у продавца, он сказал, что все берешь и потом платишь. Также здесь есть напитки, бутерброды, салаты. Мое внимание привлекла станция приготовления хот-догов. Я нашла теплую булочку, она внизу подогревается. Положила себе огурчиков, можно положить кетчуп, майонез и сосиску. И также взяла себе колу. Вот такой вот набор получился. Идемте пробовать и платить. Булочка очень мягкая, сосиска тоже вкусная. Я довольна. Вышло 19,90 за все. Вроде нормально. Что